Бусидо. Путь воина. Бусидо – это самый жесткий вид рукопашного боя. Он собирает самые большие аудитории. В этой борьбе все по-настоящему. Противники наносят друг другу страшные удары в голову и корпус. Этот вид спорта объединяет лучшие элементы дзюдо и карате, самбо и кикбоксинга. Никогда прежде бойцы в этих различных дисциплинах не сходились друг с другом на одном ринге. Федерация бусидо руководствуется строгими правилами и инструкциями. Можно использовать предплечье, но нельзя наносить удар локтем. Можно наносить удар ладонью, но нельзя кусаться, царапаться или наносить удар головой. Удары головой вообще запрещены. Когда противник стоит на четвереньках, запрещен удар ногой по голове. Но если противник поднимает руку, чтобы защититься, тогда по голове наносить удар можно. Когда противник на четвереньках, можно наносить удары куда угодно, только не в голову. За нарушение снимаются баллы. Когда суплекс заканчивается нокдауном, снимается 4 балла. 3 балла за нокдаун и 1 балл за простой бросок. Боец может выйти из болевого захвата, коснувшись канатов, но за это снимается 1 балл. Капитуляция в любой момент кладет конец схватке. Сегодня у нас первая часть специального показа некоторых из звезд Федерации бусидо. Гвоздь сегодняшней программы и бой Юки Мията против Йоджи Анжо. Также поединок первоклассных кикбоксеров Макото Оуэ и Пэта Кейна. И американец Марк Сильвер дебютирует в одиночном разряде против Киёши Тамуры. Почетный гость в Каракоэн-холле – легенда рестлинга Лутес, последний из объединенных чемпионов мира по рестлингу. Большое спасибо. Спасибо, дамы и господа. Я рад вернуться в Японию и стать свидетелем того, что Федерация Бусидо занимается настоящим рестлингом, а не шоу-бизнесом. Я счастлив быть частью этого благородного вида спорта, который я люблю всю свою жизнь. Спасибо большое. Итак, главный бой сегодня – поединок двух мастеров бусидо Йоджи Анжо и Юко Мията. Американец Марк Сильвер дебютирует в одиночном разряде против Киёши Тамуры. Ну и кикбоксеры – поединок Макото Оуэ против американца Пэта Кейна. Это наш первый бой, 5 трехминутных раундов. Давайте познакомимся с бойцами. Пэт Кейн. Соединенные Штаты, его рост 1,77 м, вес 66 килограммов. Его послужной список, конечно, впечатляет.
пожалуйста. 24 боя, 18 побед, 5 поражений, 1 ничья. И ни разу он не был нокаутирован. И его соперник Макото Оуэ, японец из Токио, ему 23, рост 1,75 м, вес 63 килограмма. Несмотря на свой возраст, это очень опытный кикбоксер. И вот его бои в рамках Федерации Бушидо, пожалуйста. 4 победы, 2 поражения, 1 ничья. Так что пусть вас не смущает то, что один провел более 20 боев, а второй не набрал еще и 10. До начала боя, мы помним, все равны. Так, Макото Оуэ сейчас он уже слева, Пэт Кейн справа. Тяжеловато будет издалека отличать этих бойцов. У обоих красные перчатки, синие трусы, но все-таки у Кейна белая полоса присутствует на трусах. И, конечно, его корпус более заросший волосами, заросли такие. Пэт Кейн, он известен своей выносливостью и мощнейшими ударами рук. Он занимался в американской академии карате в Нью-Мексико и является, кстати, профессиональным кикбоксером. За всю свою профессиональную карьеру он ни разу не побывал в нокауте, что, естественно, не может не вызывать определенное уважение, согласитесь. Начало поединка. Ага. Запрещенный прием, как говорят в драках. Удар ниже пояса. Со стороны Пэта Кейна. Все ли нормально? Будут ли у тебя дети, спрашивает рефери Макото Оуэ. Вроде бы говорит, да, жить будет. И японцы рады, вроде бы, с другой стороны, конечно. Нация не будет вырождаться после этого поединка. Все прекрасно. Кейн-то в порядке. Получает, правда, он по ногам. Вот Макото. Но ничего пока ужасного нет. На ногах стоит. Вот сейчас, смотрите, как просвистела перчатка около носа Пэта Кейна. Первый раунд, как правило, это разминка и разведка. И помним мы все поединки Макото Оуэ, что только к третьему раунду, к середине третьего раунда, он начинает включать свои ноги и наносить очень болезненные чувствительные удары ногами. Пока главная задача понять, кто же такой этот Пэт Кейн и с чем его можно есть для Макото Оуэ. Кстати, если вот так вот вдуматься, то у Кейна могут возникнуть определенные проблемы из-за того, что ему придется сближаться с противником. Оуэ, несомненно, более сильный кикбоксер, поэтому может позволить себе держаться на большем расстоянии от соперника, так как понятно, что нога значительно длиннее рук. Но при сближении с противником, дабы удары Кейна смогли достичь цели, Кейн сам рискует нарваться на колени Макото. И Кейну приходится об этом постоянно помнить. Завершился первый раунд. Пока ничья. 40-40. Ну что греха таить, Пэт Кейн в первом раунде ничем особым не удивил. Его вот этот вот стартовый наскок, думается мне, не был неожиданным для Макото Оуэ. Кто там свистит? А, это прошла электричка. И именно по ней ориентируется рефери для того, чтобы дать старт второму раунду. Электрички в Японии ходят часто, поэтому подгадали под расписание. Ну, тоже хорошая идея. Почему нет? Макото Оуэ спокоен. Вот он сейчас хорошо очень проверил челюсть Кейна. Не подпускает он, не подпускает Пэта к себе на какое-то вразумительное расстояние для удара.
И вот, вот оно сближение, вот он клинч. Я вот смотрю на Оуэ и думаю, окажись он где-нибудь поздним вечером в районе Южного Бутова. И попроси у кого-нибудь он стрельнуть сигаретку. Реши, что с ним может статься? Ну да ладно, в Южном Бутово Макото Оуэ, равно как, в принципе, Пэту Кейну, не грозит оказаться в ближайшее время, так что вернемся на ринг. И складывается такое ощущение, что Кейн перестал что-либо понимать, что же он может сделать с Оуэ. Как-то все очень быстро стало с ног на голову. Несколько раз проверил голову Кейна Оуэ. Ну, сейчас он оказался на ринге, но исключительно благодаря тому, что плоховато молодежь вытерла поверхность ринга. В очередной раз достал Оуэ. Еще раз, смотрите-ка Кейна. Просто очень скоро Кейн может не досчитаться определенного количества зубов, если так все пойдет и дальше. Интересно было бы понаблюдать за тренировкой, допустим, поставить в спарринг Макото Оуэ и Гарри Олбрайта. Вот что бы из этого могло получиться. Сейчас Оуэ просто продолжает месить Пэта Кейна. Ага, ну вот, по-моему, первый раз и Кейн попал, нет? Кейн в основном лупит в перчатки Макото. А вот Оуэ, если не получается руками, то он вспоминает, что у него ноги даны не только для ходьбы. И проверяет корпус, проверяет челюсть Кейна. Ну, в нокаут-то при такой тактике тяжело очень попасть. И несмотря на то, что счет 40-40, как мне кажется, этот раунд остался целиком и полностью, 40-38 все-таки, целиком и полностью остался за Макото Оуэ, конечно же. Еще одна электричка, пожалуйста. Что, рефери разрешает продолжить поединок, третий раунд. И вот сейчас, мне кажется, он должен быть переломным в отношении к сопернику со стороны Макото Оуэ. Так, Оуэ попал. Дважды, трижды уже попал. Смотрите-ка, два раза перчаткой и несколько раз уже ногой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, судье можно, в принципе, сделать небольшую паузу. Бам! Встанет? Встал. Это нокдаун чистой воды. Но Оуэ может сейчас особо не торопиться, потому что Пэту Кейну ничего не остается делать, как идти вперед и, естественно, раскрываться. Ну и дальше уже Оуэ будет включать все, что там у него есть, все, что растет от туловища, и руки, и ноги. Оуэ сейчас, конечно же, выглядит посвежее, потому что первые два раунда он в основном занимался контратаками и не тратил энергию и свои силы на наскоки на соперника. Ну, вот сейчас посмотрим. Оуэ еще не работал активно прямой ногой. По крайней мере, пробить его блоки Кейн не в состоянии пока на данный момент. Удары коленями тоже не таят какой-то угрозы для Макото. Ой-ой-ой. По-моему, попал прямиком. Пока немножечко выжидает. Видно, что подустали оба. Ой,
ты! Вы посмотрите, Макото попал. Попал, по-моему, прямо в голову. Кейн, по-моему, вообще потерял всяческий интерес к этому поединку. И в основном занимается тем, что защищается и лишь изредка переходит в контратаки. Ох ты! И Кейн еще стоит! Да, это дорогого стоит вот такое попадание для Кейна. Посмотрите на ребра. Вот это Кейна, по-моему, там побывала нога Макото Оуэ. Ссадина приличная. Непонятно, где тренировался Кейн и на что он, конечно, рассчитывал. Но пока Макото Оуэ переигрывает его вчистую. Какой-то студент кулинарного техникума вышел в роли секунданта для Макото Оуэ. Поливает водичкой. Вот попадание, пожалуйста. Прямой наводкой, что называется, Макото Оуэ был на повторе. Очень хорошо было видно, как падал Пэт Кейн. Раунд 4. Четвертый раунд начался. Кстати, я не слышал электрички. Так, ну что Кейн сейчас будет делать? 6 минут чистого времени осталось у нас в этом поединке. Самый главный вопрос, остались ли у него силы. И самое главное, не только силы, но и желание продолжить поединок в том же духе. Ну а куда ему деваться? Все-таки на кону-то репутация. Вот заметили разницу? Макото бьет в район корпуса, а Кейн бьет в район ног. Вот в этом вот принципиальное отличие этих двух бойцов. И, конечно же, удары в корпус, они более чувствительны, нежели вот такие вот пародии на болезненный удар со стороны Кейна. Вот, пожалуйста, вот как надо бить, Оуэ показывает. Если удары Кейна приходятся в основном в защиту, то удары Оуэ приходятся именно туда, куда и должны попадать. Оуэ постоял, подумал, падать или нет, не упал. Мне вообще интересно посмотреть на человека, который сможет на ринге победить Макото Оуэ. Я имею в виду, конечно же, из таких же кикбоксеров, как он сам. Ага! Надо поприседать на пятках. Неужели не знает Пэт Кейн, что когда попадает тебе туда, куда запрещено попадать, надо попрыгать на пяточках, все пройдет. Вот тебе за это говорит Пэт Кейн. Ну и, судя по всему, заканчивается у нас четвертый раунд. Надо подумать, конечно же. Получает еще раз в бубен фактически Пэт Кейн. И самое главное, что не падает он. Может быть, у него вообще отсутствует болевой порог. Потому что такое количество прямых ударов вот Макото Оуэ Кейн сегодня нахватал. 28-40 он проигрывает. Ни разу ничего вразумительного он не сделал, раз судьи не списывают и не засчитывают Кейна удар как результативный. А Оуэ еще раз прошелся по физиономии. Еще третий раз. Нет, ну четвертый, по-моему, да, был удар. Шмяк, что называется. 2, 3, 4, 5. Второй нокдаун в этом поединке у Пэта Кейна. Ну что можно сказать? Вы все сами видите, 40-18 впереди Макото Оуэ. Ни одного результативного удара пока Пэт Кейн не смог нанести. Вот повтор, давайте просто посмотрим,
как это было, это уже завершение атаки. Макото. Да, точно, электрички отменили в Токио. Друзья мои, перестала ходить электричка, которая возвещала начало раунда. Теперь уже гонг. В принципе, для тех, кто не знает, у Кейна прозвище есть в Штатах «Твердоголовый». И теперь это многое объясняет, что он не попадает, ни разу не попадал в нокаут. Но то, что сегодня ему основательно начистил физиономию Макото, это абсолютно точно. Не знаю, было ли в карьере такое количество за один поединок попаданий и у Макото, и у Пэта Кейна. Но то, что сегодня в топ-5 Макото Оуэ попал, это абсолютно точно. Видите, Пэт Кейн уже практически перестал атаковать. Делает это достаточно вяло. А Оуэ выглядит просто молодцом. Вы посмотрите. Он такие точечные. Он не проводит серию ударов, а он точечно, очень грамотно и резко наносит удары по незащищенным частям тела Кейна. И эта тактика, как мы видим, приносит свои плоды. А все, вот, по-моему, первый удар, который можно теоретически отнести к результативу. Ну а вот Макото гораздо острее атакует. Гораздо! Боже, неужели он еще стоит? Кейн, по-моему, вообще не выходит из своего угла. А если и выходит, то старается быстрее туда убежать и спрятаться. Может быть, за канаты, может быть, под рингом. Вот Макото, он понимает, мне кажется, что зря приехал в Америку. Но, опять-таки, плюс из этого тоже надо получать. Как минимум, затарился хорошей радиоэлектронной аппаратурой. Почему нет? А Макото туго знает свое дело. Левой, правой и ногой. Вот удар ногой, пожалуйста. Мне интересно просто, сколько готовился Макото Оуэ к этому поединку, сколько готовился Пэт Кейн. Потому что преимущество Оуэ в этом пятираундовом противостоянии просто подавляющее. Интересно, 40-16. Ну, действительно, более чем двукратное преимущество у японского бойца. Все время возникает вопрос, почему Кейн не падает. Ну, то, что победил Макото Оуэ, это совершенно очевидно. Он ему говорит, иди потренируйся. Дальше смотрим поединки. Киёши Тамура против Марка Сильвера. Дебют Марка в одиночных схватках. Будет довольно-таки интересно, чем Сильвер сможет удивить Тамуру. Тамура слева, вот Марк Сильвер в борцовском он трико. Ему 23 года, рост 1,88 м, вес 104 килограмма. Так хочется добавить обществу урожай, потому что уж слишком откормленной выглядит его физиономия. Ноль боев, соответственно, ноль побед, ноль поражений. И Киёши Тамура. Он из Окаямы, 24 года, рост 1,83 м, вес 91 килограмм. Кстати, в своем последнем одиночном бою он одержал победу над Юки Мияту. И в рамках Федерации Бушидо он провел 7 боев, 5 побед у него в активе и всего-навсего 2 поражения. Так что сегодня Марку Сильвер может не поздороваться. Что-то со спиной. Что-то со спиной у Тамуры. Может быть, вполне вероятно, у него там перцовый пластырь, а может быть, спрятан какой-то датчик, отсек для батареек. Точно, я догадался. Там у него отсек для батареек, и именно с этих батареек
Тамура и питается энергией. Но, конечно, размер пластыря впечатляет. Куда деваться? Разведка, потому что Марк Сильвер, естественно, не знаком никому у Бушидо. Никто не понимает, что он из себя представляет, что он умеет. Но, судя по тому, что он в борцовском трико, конечно же, это бывший борец. Спору нет, и я думаю, нет ни у кого сомнений. Да просто, если просто понимать, что это американец, сразу ясно, борец, борьба. Марк Сильвер пока выступал в парном бою. Произвел, в принципе, неплохое впечатление своей борцовской техникой. А про Тамуру мы знаем, что он неплохой рестлер и отлично владеет техникой ударов ногами и руками. Но все-таки больше он предпочитает борьбу на полу. Но если это абсолютно необходимо, он всегда может ответить своими ударами именно ногами. Так что посмотрим, посмотрим, как будет проистекать это противостояние. Тамура быстр и резок. В принципе, быстроты не требуется от Сильвера. Ему главное сейчас схватить соперника и начать кидать. По крайней мере, комплекция Марка Сильвера позволяет это делать. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Бросок был, но баллов он не принес. Так, Сильвер сейчас думает, как же ему действовать дальше? Можно, конечно, попытаться захватывать руку и брать ее на излом. Но вот надо просто посмотреть, где находится левая рука Тамуры. Не позволит ли Тамура освободить руку? Да, конечно, давайте побыстрее, как-то порезче надо двигаться. Это время для отдыха, конечно. Тамура понимает, что он не должен позволить сделать Сильверу, а Сильвер не понимает, как же ему разорвать замок Тамуры. Такое впечатление, что сейчас Тамура работает такелажником, унесет он как минимум пианино, причем в одиночку. Вот такое выражение лица у него было. И вот сейчас будет пытаться разрывать захват Марк Сильвер. Практически у него это получилось. Во как прыгает Сильвер. Видели? Соревнование по забегу на горшках. Тамура предпочел дотронуться до канатов. Правильно, правильно. Не надо рисковать. Ох ты! Сильвер ногой атаковал. Это за ним раньше не наблюдалось, в принципе. Так, ну Тамура-то тоже неплохо понимает и разбирается в рестлинге. Будет пытаться бросить, может быть. Бросил Сильвер. Немало усилий он затратил, но тем не менее, главный результат, а не пути его достижения. В очередной раз Тамура очень быстро закрывает этот замок из своих рук, разорвать который чрезвычайно тяжело. Так, что сейчас будет делать Киёши? Захватил ногу Тамуры Марк Сильвер. Сейчас попытается подняться и бросить. Скорее всего, это произойдет. Пойдет ли на это Тамура на очередной бросок такой, проверку спины? Нет, не пошел, и берет он Сильвера на болевой. Канаты. Ничейный пока счет, 14-14, но очень здорово сейчас Тамура, вы посмотрите, использовал свое преимущество в скорости и захватил ногу Марка Сильвера. Бросить хотят оба, это видно.
Пять минут прошло с начала поединка. Счет ничейный по 14. И напомню, это дебют Марка Сильвера здесь в Бушидо. А у Тамуры 5 побед в 7 поединках, конечно же, это опыт. Причем опыт колоссальный, плюс ежедневные многочасовые тренировки вместе с монстрами Бушидо, типа Такады и Ямазаки. Рано или поздно, мне кажется, это должно сказаться на исходе этого поединка. Но, по крайней мере, вот в первые 5 минут Сильвер выглядит здорово. Знавали мы американских бойцов, которые к этому моменту уже тяжело дышали, не то что проводили какие-то приемы. А здесь Сильвер очень удачно, по крайней мере, пытается атаковать. Нет, не получается захватить спину Тамура у него, у Марка Сильвера замок. Может бросить сейчас, кстати говоря, Марк. Может бросить. Нет, это, конечно, не бросок. Тем более, что кто-то из добрых людей предупредил Тамуру, что, мол, готовься к броску. Вы слышали вопль нечеловеческий со стороны зрительного зала. Ну вот что, кто сейчас может понять? Ничего. Ага! Сильвер проводит захват левой руки, и получается у него, но канаты. Канаты являются палочкой-выручалочкой для Тамура. Но атаковал Сильвер неплохо, согласитесь, отдадим ему должное. Стоп. Можно продолжать бой. Вот есть такое ощущение, что оба бойца немножечко подустали. Но вот дальше будет на первый план выходить выносливость физическая. Так. У Тамура есть определенные преимущества, но что он будет делать? Пытается сбросить его Марк Сильвер, но это не получается, и теперь традиционный захват у того, кто обороняется, и традиционная попытка разрыва замка у того, кто будет проводить болевой. Так, ну что, разорвал Сильвер. Разорвал Тамура замок Сильвера и практически из последних сил дотянулся Марк до канатов. Тамура включает. Ох ты! Включила ногу, но поплатился за это моментально. На болевой пошел Марк Сильвер, у него это получается, Тамура каната. Ну чуть-чуть еще, и Сильвер одержит первую победу в первом же бою. Но мне кажется, уже сам в это не верит, потому что вот эта вот первая атака с наскока ни к чему не привела. Ну а дальше уже это сделать гораздо тяжелее. Вот как зло атакует сейчас Марк Сильвер. Нет, пока ничего не получается. Практически вровень идут наши бойцы. Тамура просто падает на канаты, и бой останавливается. Бросает Тамура. Идет на удушение. Ну а Сильвер что? Что Сильвер? Сильвер движется к канату. Да. Борцовское прошлое дало себя знать. Потому что нормальный человек уж давно бы двигался к канатам без головы. А вот Сильверу удалось все-таки доползти и оставить голову на плечах. Ничейный счет по-прежнему 12-12.
Вот как можно определить, у кого позиция лучше? Да никак сейчас не определишь. Тамура пытался бросить. Ну а сейчас что, Сильвер будет поднимать? Нет, он не смог. Он опять нацеливается на болевой прием. Главное сейчас Тамуре не дать выскользнуть. Все-таки дал. Вот оно, отсутствие опыта. Вы посмотрите. Тамура начинает гонять его, как вшивого по бане. Нет, все-таки дорвался Сильвер до канатов. Ух ты, как атакует. Сейчас Тамура может тоже сделать больно. Но пока, согласитесь, поединок с абсолютно равными шансами. Каждый нахватался уже болевых приемов по полной программе, по самое горлышко. И здесь, мне кажется, дальше уже бой пойдет до ошибки. Кто первый пропустит смертельную для себя, смертельную, конечно, в кавычках, атаку, тот и проиграет этот поединок. Но Сильвер, самое главное, выглядит очень даже неплохо. Тамура думает. Ну и Сильвер может тоже подумать, конечно же. Тамура думает, что взять у Сильвера в качестве сувенира. Может быть, жвачку. И тогда я его отпущу, думает Тамура. Но Сильвер думает, нафига же я сюда приезжал, чтобы раздавать жвачку направо и налево всем подряд. Так, Сильвер выкрутился. Молодец. Вот эти вот движения свободной ногой в исполнении Тамуры чрезвычайно опасны. И вот сейчас голову Сильвера просто мы не видим. Видим только волосы. Да и те могут скоро, по-моему, исчезнуть, если Тамура сядет сверху. Ну, не лишено смысла такое действие со стороны японца, но решил Киёши так не делать. Так. Тамура уже оказывается сверху у нас. Простите, Сильвер оказывается сверху. Ну, а Тамура... Самое главное, Сильвер во время вот этих вот криков непонятных должен видеть канаты. То, что Тамура в любом случае выйдет сухим из воды, потому что канаты... Вот, пожалуйста. Конечно. Канаты очень близки. Счет ничейный по 11. Бой абсолютно равный. С равными возможностями. Ох, как сейчас здорово действовал Киёши Тамура. Ну и что дальше? Ох, он берет на удушающий. Все, по-моему, точно. Поймал таки он Сильвера. Поймал. И ничего не оставалось делать Сильверу, как капитулировать. Вот он, победитель, Киёши Тамура. С заклеенным отсеком для батареек. Ну и главный бой в этой первой части специального показа — японские мастера Йоджи Анджо и Юка Миято. Юка Миято. Ему 30 лет, он из Канагавы. Рост его 1,77 м, вес 91 килограмм. Его коронный номер — удар ногой в прыжке с разворота. Провел он 7 боев на ринге Бушидо, 2 победы, 5 поражений. Йоджи Анджо из Сайтамы, ему 26, рост 1,83 м, вес 95 килограмм. Ему отлично удается захват руки. Кстати, свой последний бой он выиграл меньше, чем за минуту. Но его послужной список точно такой же, как у Миято. 7 боев, 2 победы, 5 поражений. Проверка экипировки.
по глазам не бить, локтем тоже не бить. В общем, вообще друг друга не трогать. Разошлись по углам. В красном углу Йоджи Анджо, в синем Юка Миято. Как говорится, понеслась. Воспользовался сейчас Йоджи Анджо канатами, как пружиной. И захотел он понервировать Юку. Но это старый опытный боец. Его такими трюками не возьмешь. В принципе, это должен быть чрезвычайно интересный поединок. Два мастера Федерации Бушидо и оба знают аспекты ведения боя. Владеют и руками, и ногами, и суплексами, и борцовскими навыками, и знают все о болевых захватах. Вот сейчас пытается болевой провести Юка Миято. Кстати говоря, Анджо выступал против чемпиона по тайскому боксу и продержался он 5 раундов. Мало того, даже добился ничьей. Ну вот Юка Миято сейчас пытается провести удушение. А вместо этого, смотрите, Йоджи скидывает его с себя. Просто сбрасывает. Ну, смотрите, Юка Миято такой настырный. Но слишком близко они и Юка Миято, и Йоджи Анджо Каната. Так что вряд ли что-то криминально-экстремальное может произойти. Из захвата, из любого болевого приема будет легко очень выбраться. Посмотрите, как близко. Махнешь рукой, и ты у каната. Махнешь ногой у каната, но с другой стороны. Миято все никак не может угомониться. Сейчас, очевидно, Йоджи Анджо будет вязать в узел ноги Юки Миято, нет? Так, две ноги. И чьи это ноги? Ноги это Юки Миято, судя по всему. Но это не списание балла, ни в коем случае не потеря одного очка. Просто геометрия ринга так составлена. Его физические размеры слишком малы. Так, может быть сейчас опасно для Юки Миято, если Йоджи удастся бросок. Нет, вместо этого он атакует коленем. Так, ох ты! Хотел сейчас Йоджи пройти с коленом по челюсти Юки, но, по-моему, немножечко не допрыгнул. Как еще силы остаются на такие резкие и очень быстрые атаки, что у Анджо, что у Миято. Так, ну что будет делать дальше Йоджи? Пока Миято в положении обороняющегося. Вот очень хочется понять, что сейчас с ногами у наших бойцов. Вот поклонница какая-то Анджо крикнула своему кумиру, мол, сегодня вечером встречаемся. Не забудь, ты мне нужен живой и здоровый. А может быть, это жена или подруга, которая сказала, проиграешь, домой не приходи. Вылью просто на тебя в ведро или кастрюлю с борщом, и все. Вот Йоджи услышал этот призыв и угрозы получить кастрюлей по физиономии, естественно, пришел к более активным действиям. Ну что дальше? Дальше канаты. Все банально. Как-то ругнулся, мне кажется, Йоджи Анджо на вот эту ситуацию, то, что позволил он Юки Миято дотронуться до каната. Вот посмотри, сейчас, нет, не показали в повторе, но там движение губ было очень очевидно, известное всем русское ругательство, по-моему, он произнес. Сомневаюсь я, что в японском тоже есть такое же ругательство.
Мия-то злой. Посмотрите. Его выражение лица совершенно не располагает к беседам у костра и пением песен типа «Лыжи у печки стоят». Вот Анжел, смотрите, отклячил нижнюю губу, как обидевшийся ребенок. Ну, правильно, я бы тоже на его месте обиделся. Если такие боли доставляет Юка Мията, и ты ничего не можешь сделать с ним. Во! Что творит Анжа, а, Йоджи? Заставляет в очередной раз дотронуться до канатов? Просто своим весом как-то перекрутил он Юку Мията. Продолжаем поединок. Во как начал Йоджи атаковать. Да, это счет пошел. 15-10 впереди Йоджи Анжо. Легкий нокдаун у Юки. Сейчас Анжо пытался провести хороший передний суплекс, но мостик не очень у него вышел. Но, тем не менее, ему удалось повалить Мията на пол. Так, пытается провести удушающий прием Юка. Может, ногой пройти, конечно. Но ждал этого удара Йоджи. Поэтому без каких-то проблем встает сейчас. Ну и где же знаменитые удары Мията с разворотом-то? Так, будет попытка бросать, наверное. Нет, Юка не смог бросить. Ну зачем сморкаться на штаны Йоджи Анжо? Все-таки одни штаны у парня. С Юка Мията повелся просто не по-спортивному. Ну, правильно, давайте еще весь ринг заплюем. Никакого уважения к казенному оборудованию нет у Юки Мията. Я думаю, старшие товарищи, старшие я имею в виду не по возрасту, а по опыту пребывания в федерации, конечно, должны указать на это Юки Мията, что относиться к рингу, к покрытию, надо с кем-то, не знаю, пиететом должен, что ли. Ох, смотрите-ка, хватит ли силы Юки, чтобы удержать Анжу? Анжу, подобно скорпиону, у которого поднят хвост, добрался шикарно до каната. Не смог его удержать Юка Мията. Ох, как бросил красиво! Юка красавец сейчас был, да. Но удастся ли удержать? Нет. Но два приема в исполнении Юки Мията неприятных очень для Йоджи, чем были. И Анжо должен что-то предпринимать, потому что Мията сейчас на коне. Что будет делать? Опять пытаться бросать? Или сейчас уже Йоджи перейдет в контратаку? К более активным действиям. Да, перешел. Ой-ой-ой, вы посмотрите! Да, это победа Йоджи Анжо! Великолепно проведенная атака и атака на локтевой сустав. Йоджи Анжо одерживает третью победу в Бушидо. И немножечко отрывается по количеству побед от Юки Мията. На у Юка очередное поражение. Шестое уже. Программа подготовлена к показу кинокомпании «Селена Интернешнл» по заказу телеагентства «Русский репортаж».